давай вылезай отсюда. Быстро и чё? Зачем ты это сказала? Быстро. Не знаю. Быстро и чё? Ну что, Шерон, давай снимем. Вот смотри, на нем можно и сидеть. Вот. Нет. Вот, короче, я сейчас на это кольцо, вон Миша. Вот! Да, Миша, ты что творишь? Самокат. Вот Артём. Я как-то еще с камерой тут карабкаюсь. Вот, короче, мы у Артёма на площадке. И тут карабкаемся. Очень стрёмно тут. Когда с камерой, блин, Миш. У них вот четырехэтажный дом. Маленький вообще. Такой карликовый дом. Да не карлик, что ты тут бровишь? Артём вон слез. Лох слез. Да какой лох, Миш? Он, короче, пошел, да. Короче, на те качели пошел. Ой, не качели, а... Эти, как их? Не качели, а... Ворота, вот. Вот, у меня есть зажигало. Я тут, короче, уселась. Вот уселась я. А я здесь стою. Еще с самокатом своим чудным. Сейчас я, короче, буду как-то влазить. Не получилось? Да. Не получилось, я порвала. Я сетку порвала. Да, Миша, блин, что творишь? Да мы все тут порвали. А я не знаю, как сами достать. Я сейчас вылезу и помогу достать. Только мне вылезти нужно. Я-то быстро. Миш, подержи камеру, пожи. Короче, тут эхо. Артём, подержи камеру. Мой самокат запутался. Мой спаситель. Да, Артём, блин. Подержи нормально, Артём! И меня снимай! Фу. И меня дала как лежа! Камера это вообще не возможно! Как я память взяла! Это можно чпокнуть! Снял! Давай, вот, короче, мы так карабкаемся втроём все на эту хрень. Вот, короче, она стала как гамак, да, Артём? Нет, её надо еще ниже опустить. Ты лячь еще туда.